Так, поменял карту памяти. Да ё-моё, блин. На 8 часов сейчас у нас. Холод.
Это у нас? Пирожки, беляши, с мясом, шаурма с курицей. Нет, этот, с печенкой есть что-то?
Пирожки с печенкой есть? Печенка. Яйцо с рисом. А? Яйцо с рисом остались. Нет, спасибо. Я хотел с печенкой. Беляши 60, шаурма 100, сосиска в тесте тоже 60. Шаурма 100 рублей? 100 рублей. Я тебе буду что-то заказать. А сайт мне показал. Шаурма с курицей. Спасибо. Шаурма с курицей. Курица с шаурмой. Красивая картинка, красивая. Шаурма. Хрен знает, что там. Огурцы. Thank you.
жилые дома.
дерьмо. Говорит, с курицей на самом деле капуста свежая, соленые огурцы резанные, какой-то кетчуп и все. Даже запаха нет. Так что стоит покупать или нет в поезде, думайте. Позвонить, роуминга никакого, ни МТС, ни Мегафон. Сейчас на полустанке, вот, который только что проехали, узбеки сажали своего земляка и просят проводницу. Он говорит, по-русски не понимает, помоги ему. Вот так вот.